дубленки на генералов, на всех. Вот это все делалось здесь. Бурки здесь люди делали, вот эти бурки. Бурка — это вообще уникальный предмет. Человек может одеть на себя бурку, одеть папаху, одеть башлык и ходить под дождем. Вот в горах, да? И абсолютно не промокнуть. Плюс к тому же, эта бурка, а еще и коня его сохраняла. Конь был сухой. Вот где всадник сидел, там конь тоже сухой. Да. Накрывал, да, коня. А потом в этой же бурке он ложился спать в стригу. Вот такой трудный будничный день у Чабана. В Дербенте в музее нам объяснили, что пули даже там застревали якобы в бурке. Защищал так. Может быть, вполне могут и пули застревать. Потому что это такой титанический труд, эту бурку валять, коряне. Это древнее ремесло. Древнее. В этом году у нас есть женщина, которая занимается, если даже свежей. Одна вот здесь, в Верхней Болгарии, а другая в другом мужчине, в Лутау. И вот эта женщина была на ВДНХ 21 день. И она показывала, как это валяется, как это все делается. Зовут ее, можно посмотреть в сети, Изитхан Джапуева, умница. Ее поздравляли отдельно, она народный художник России. И вот и все приезжают из Чечни, из Ингушетии, стараются у нее перенять. Но так как она делает, никто делать не надо. Вот раньше у нас постройки, видите, какие были. Да и сейчас это модно, вот, из камней. Саманы, а в основном здесь вот из камня. Заметно, что по камням много здесь. Ой, это село называется Мухол. Я не знаю, оно как переводится. Мои родители отсюда. У нас есть фотография 26-го года, это уже просто это село, это Верхняя Болгария уже идет. Это другое село. Мужики с женами на лошадях переходят эту реку в брод. Через спортника. Да, еще, да. Но все равно опасно. Река холодная, очень холодная. Да нет, там купаться нельзя. А мы в 97-м году проезжали, в горной реке плавали. Это был... Да вы что? Да, это середина августа это было. Ну, наверное, не такое было, как течение. Детки уже одеты. Здесь всегда месяц, но летом здесь очень хорошо, прохладно. Ой, здесь всегда хорошо. Мне? Жары, знойной жары здесь практически нет. Шапку снимает. Шапку не снимают, наоборот, шапку надо носить. Какой ты разбираешься? Нет, видишь, мимо мечети проезжаешь. Это не православные у вас снимают. У нас наоборот надо шапку я надевать. Не православный. Наоборот, надевать надо мусульманам шапку, когда да, это. Да, да. А, это сними шапку. А? Ты мне православ свои обычаи не надо тут? 16 башен. Ничего себе. Башен, сигнальных башен, башен для жилища. 16 башен, но они все уже, кроме двух башен, все в плачевном состоянии. Все в разрушении. Надеемся, что когда-то у нас руки до этого дойдут, мы начнем эти башни восстанавливать, потому что остались руины от этих башен. Они все записаны, они все сфотографированы, они все о них знают. Надеемся, что когда-то мы их все-таки восстановим. А пока две башни. Сейчас же. Здесь очень много долгожителей. Очень много. Ну, наверное. Здесь очень хорошая школа. Советское время. В советское время здесь был совхоз, совхоз, молочные фермы, кожи. Отсюда вывозили руками, бочками и сыр, и масло. Практически Верхняя Болгария, вообще горные села. Надо было на практику сюда приехать, да? От газеты. Ну, в данном момент будет это валять. Когда учился на журфаке. Мини-отели, уникальные места. Вы в Чегемском ущелье были? Да, почта. До Верхнего Чегема, наверное, не доехали. Где родина Тайсына. Очень хорошие. Верхнеболгарский сыр самый еще на распад идет. Это копченый который, да? Нет. Ну и копченый тоже наши начали копить.
вообще никак не называется.